ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, радий бачити в нашій студії Юрія Рімкова. Юрій, консультант Асоціації міст України. Говоримо про розвиток нашої Одещини, про розвиток ОТГ, населених пунктів. Наскільки я знаю, ваша організація, центральний штаб, в тому числі, ініціює закони, ініціює прийняття законів, які, скажімо так, ну, допоможуть ОТГ ну, нарешті ощутити цю ну, таку силу, так, економічну силу, щоб нарешті запрацював механізм, коли кошти, які заробляє ОТГ, вони не як раніше було, майже в повному обсязі, туди в Київ, а потім частка там в області, райони. Мы же під час реформы живем очень, так? Да, да, живем мы во времена реформ, уже не первый год. Ассоциация городов Украины действительно стоит на страже интересов местного самоуправления фактически с самого начала ее деятельности, еще начиная с 92 года. И вот именно сейчас, когда реформа, вот на наш взгляд, она немного зависла, к сожалению. Власть, которая должна, на наш взгляд, обязана принимать решительные шаги для того, чтобы реформу закончить, то есть финализировать эту архитектуру, чтобы понять. Какие-то непонятные происходят движения. То принимают законы, то не принимают. Потом начинается какой-то откат. Разговоры о том, что вот давайте опять районным бюджетам будем какие-то деньги давать. Это все не, ну, как бы абсолютно неположительно сказывается на менталитете и на том, вот, ну, не побоюсь этого слова, кураже, который есть у представителей местного самоуправления. На сегодняшний момент Ассоциация городов инициировала, ну, совместно с народными депутатами некоторыми, несколько законопроектов, которые, на наш взгляд, они смогут дать действительно финансовую спроможность территориальным громадам и наполнить местные бюджеты. Потому что очень много уже передано полномочий, но мы всегда говорим о такой очень логичной схеме, что полномочия без ресурса – это ни о чем. Потому что если местной власти предписано оказывать те или иные услуги, финансировать те или иные льготы, но для этого нету финансового инструмента, но это нереально. А люди, жители наших громад, они же, ну как, они же не понимают, они в тонкости эти не вникают. И они видят, что становится хуже. И в глазах жителей реформа начинает негативный оттенок приобретать. Поэтому мы вот настаиваем и просим очень народных депутатов, вот пользуясь случаем, хочу призвать всех народных депутатов, которые избраны от Одесской области, от одномандатных округов по спискам, поддержать те законопроекты, которые разработала с участием Ассоциации городов Украины. Это законопроект 5066, 5066-1, 5244-4 и 5364. То есть, ну, это цифирь такая. Теперь я попробую немножечко подробнее. Значит, первые проекты касаются увеличения зачисления в бюджеты местных советов так называемого ПДФО. Это налог на доходы физических лиц. С 60% до 65%. Казалось бы, 60%, многие говорят, и так очень много. Но в рамках тех новых полномочий, то есть вот полностью, например, возложили финансирование так называемых профессионально-технических заведений на местные советы. И если, например, такой город, как Одесса, без проблем справляется с этой нагрузкой, то вот, например, село Курысово, очень известное село, там замок, там есть огромный аграрный техникум. И колышний Петривский. Да, ну это бывшая Петривка, конечно же, да. И они не в состоянии его финансировать, то есть он зависает, а это действительно серьезное учебное заведение. И вот мы посчитали, что вот эти 5%, которые, если закон будет принят и будут переданы на зачисление на местные бюджеты, это будет порядка 800 миллионов гривен в год на местные бюджеты. Это очень серьезный ресурс, и мы надеемся, что этот законопроект будет принят. Ну, то есть там технические моменты, там 50-66 говорит о том, что надо 5% забрать у державного бюджета, а 50-66 значком 1 говорит, что надо эти 5% забрать у областного бюджета. По моему мнению, надо и у державного бюджета 5%, и у областного бюджета 5%, чтобы даже было не 60%,
50% у местных громад, а 70%. Ну, хотя бы 65%, знаете, пока так. Второй законопроект касается очень интересного такого вот механизма, о котором мало кто задумывается. Вот этот налог на доходы физических лиц, это для большинства сел, это основной бюджетоутворивающий налог. Но многие очень, то есть это люди платят налог, сколько они заработали, то есть там по проценту и так далее, это определенный процент. Но ситуация следующая. Люди живут, предположим, в селе, а работать ездят в соседний город. И платят по ДФО по месту нахождения своей работы. А не там, где прописана людина, да, где она зарегистрирована, мешкает. Она зарегистрирована в селе, а работает она на предприятии, которое находится в городе каком-то, да? И учитывая то, что предприятие является налоговым агентом, они в бюджет того населенного пункта, где находятся, перечисляют по ДФО, а не в бюджет села. Мы исходим из того, что тут должна быть справедливость. И хотя бы 50% вот этого по ДФО, то есть чтобы человек платил и в местный бюджет того населенного пункта, где он живет, и бюджет того населенного пункта, где находится предприятие. Или там какие-то, например, вот бывает очень часто такая ситуация, что вот, предположим, находится само производство в селе, и там работают люди, а головной офис этого предприятия находится в городе. И получается, все налоги тоже опять уходят в город. Потому что видоокремленное, вот это видоокремленное, там как это, филиал, фичифилия, чем что-то там еще, оно как бы не является юридической особой и не платит в бюджет того населенного пункта, где оно находится. То есть вот это действительно, это проект изменений в налоговый кодекс. И мы тоже исходим из того, что тут должна быть справедливость. То есть если человек проживает, зарегистрирован в населенном пункте, этот населенный пункт тоже должен получать определенный процент от налога на доход физических лиц. И вот эти законопроекты на сегодняшний момент, как говорится, очень важны. Мы не можем точно сказать, когда они будут вынесены в зал. Я могу только сказать, что вот по поводу этих законопроектов, что есть выводы у экспертных различных средовищ, в том числе и Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Обычно это управление, оно все законопроекты очень критикует. Ну, там сидят юристы такие, знаете, теоретики. А то, что касается вот этих законопроектов, там есть небольшие замечания технико-юридические, а в общем и целом, то есть авторитетными экспертами эти законы поддержаны, законопроекты, и мы надеемся все-таки, что депутаты проголосуют и дадут возможность громадам как бы свою финансовую состоятельность увеличить. Так, а що ж таки гальмує прийняття цих законопроєктів, якщо є позитивний висновок експертів? Тобто депутатам потрібно ще раз прочитати документи, на 100% поринути в зміст того, що написано, і зрозуміти, що ну, так живуть їх виборці, їм потрібна допомога. Все ж таки депутати обиралися не тільки там в крупних містах, так? А й в ОТГ, невеличких, ну, в крупних ОТГ. Допомога потрібна, допомагати виборцям потрібно. Тут є дуже цікава закономірність. Вона звучить цинічно, але вона вже не перший вибір, не першу збирательну кампанію працює. Кандидатам в депутати народні і діючим народним депутатам, як це не парадоксально, але їм вигідніше, щоб громади були бідні. Потому что они приезжают в виде кандидатов, в виде депутатов. И знаете, как из рога изобилия начинают сыпать, там знаменитая вот эта инфраструктурная субвенция, которую выбивают депутаты для своих округов. То есть один народный депутат, не буду называть фамилию, он в Фейсбуке написал: «Я привез в громаду деньги. Я выделил деньги». Так и пишет. Законотворец пишет. Законотворец. Да, законотворец. «Я выделил деньги на постройку там моста», который долгое время действительно это была проблема в громаде. То есть ему там уже комментаторы начинают говорить: «Это что, твои деньги?» Это государственные деньги, и для них
звучит даже для новых депутатов, которые пришли, знаете, вот эти люди, которые абсолютно не в курсе были, старые там эти аксакалы, для них это было соцэкономразвиток, это любимая тема, то есть они там дрались, там были переговоры, там то, все, пятое, десятое, потом приезжали под выборы, мы ваши благодетели, естественно, за них все шли голосовать. Но новые уже депутаты тоже эту, как говорится, фишечку очень быстро просекли. И тоже, зачем, чтобы громада была спроможная, зачем, чтобы громада была, ну, как бы, да, вот, финансово самостоятельная. И они будут думать, люди будут думать, а зачем нам такой депутат, извините, который, ну, ни черта не делает. То есть, а делать, на наш взгляд, но не только на наш взгляд, то есть это вообще нормальная практика, мировая. Народные депутаты, они не должны ездить по там селам и поселкам и раздавать там какие-то там холодильники, телевизоры, стиральные машины. Они должны принимать законы, которые работают на громаду. И вот, например, нормальный депутат может приехать и сказать: вот вы знаете, я проголосовал за этот законопроект для того, чтобы у вас был нормальный бюджет, и чтобы вы могли строить дороги, чтобы вы могли ремонтировать социальные объекты, чтобы вы могли развивать социальные услуги и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, все прекрасно понимают, что это работает слабо. Лучше, конечно, под выборы приехать с мешком подарков. Вот такая вот ситуация. И мы видим, что такого рода законопроекты очень туго проходят. То есть некоторые так и остаются, скажем, в виде законопроектов. А те, которые принимают, там действительно разворачиваются очень серьезные такие баталии с привлечением мировых экспертов и различных структур, которые говорят, что, ну, вы знаете, ну, надо бы этот закон принять. Поэтому надеемся, что, опять же, призываю народных депутатов вникнуть, понять и сделать так, чтобы тем людям, которые их избрали, было хоть немножечко легче. З депутатами більш-менш зрозуміло, з народними депутатами. Але давайте все ж таки пригадаємо, що минулого року ми обрали нові склади місцевих органів влади. В цих випадках щось залежить від голів ОТГ та обраних депутатів цих громад. Не будемо там лукавити, відверто кажучи, йшла боротьба така запекла в деяких ОТГ. Я навіть чув, я не стверджую, але є така інформація, що навіть депутатське місце не в міськраді там якогось там города мільйонника, а депутатське крісло там в об'єднаній громаді теж коштувало якихось там кілька там кільканадцять там тисяч не гривень. Mm-hmm. Люди зайшли. А працювати потрібно. Да, это тоже очень интересная проблема. Во многих очень громадах, там, после того, как были сформированы депутатские корпусы, начались очень забавные истории. Там, значит, кто будет секретарем, комиссии они делят, там, вместо того, чтобы заняться работой. То есть, ну, на мой взгляд, и опять же мы говорили перед выборами, что партизация местных советов – это очень неправильный подход. Крайне неправильно, это категорически, то есть даже для городов-миллионников, может быть, это как бы, ну, европейская практика, действительно, там, в больших городах во всем мире по партийным спискам в основном избираются депутаты. Но то, что касается местных советов, небольших громад, 20-30 тысяч, там обычная мажоритарка, и там действительно, там депутат, это немножко он другой имеет смысл, то есть он не столько нормотворец, сколько это какой-то общественный контролер, для того, чтобы тот же бюджет расходовался правильно, чтобы вот эта коррупция, которая пронизала все наши, так сказать, от мала до велика, чтобы она была как можно меньше. Она все равно будет, тут никаких нет сомнений. Но коррупция наверху, она масштабная, она катастрофическая. То есть там все пропадает, и никто не знает куда. Поверьте, коррупция в небольшой громаде, она тоже есть, но она намного меньше. И это дает шанс, что будут работать все-таки средства правильно. Да, очень многие депутаты, к сожалению, новые местных советов, которые пришли в эту каденцию, это тоже абсолютно люди без подготовки, они вообще не знают, о чем идет речь. Кто-то им сказал, что вот ты туда попадешь, сразу, значит, будешь зарабатывать, а он сидит и говорит: а что, а где деньги? Несите мне деньги.
То есть для того, не сказали, видимо, да, чтобы для того, я чтобы... инвестовал в да, мисс, я там в вложил свои. Там столько-то, чтобы сесть в это кресло, а что мне никто не несет? Ну, ему там забыли объяснить, что надо схемы, чтобы работали, там какие-то подряды, какие-то откаты, какие-то бюджеты, какие-то программы. Ну вот мы все-таки видим, что местные советы, вот голов местных советов, вот по нашим наблюдениям, да, по нашему анализу, где-то процентов 70 городских, сельских, поселковых голов остались те же, которые были и предыдущую каденцию. Да, где-то порядка 30% поменялось. Некоторые головы, например, вот городской голова Черноморска, бывшего Ильичевска, он вообще не баллотировался, но он уже как бы ушел на пенсию. Вот в других тоже, в некоторых городах тоже такие были ситуации, когда действующий голова не баллотировался. Ну, естественно, там новые пришли и депутаты, и новые головы. Вот. Мы со всеми особенно новыми головами мы очень, надеюсь, ведем конструктивную и плодотворную работу. Мы действительно открыты, мы приглашаем, проводим семинары, проводим практикумы для того, чтобы максимально разъяснить особенности применения закона Украины, как про місцеве самоврядування, так и про службу в органах местного самоуправления. То есть это вот буквально сегодня проводили очень интересный практикум по поводу защиты прав детей, потому что сейчас законодатель обязал все органы местного самоуправления создавать именно службы по делам детей непосредственно, потому что у многих этого не было. Вот стараемся, чтобы новые депутаты, новые головы понимали, куда они пришли и понимали, что такое местное самоуправление. Дякую за всю работу вам, Юрій, і вашій команді. Бажаю, щоб наші народні депутати прислухалися до Асоціації міст України. Обов'язково будемо тримати руку на пульсі подій, тому що дуже важливі законопроекти. І на перший погляд, і взагалі, якщо подумати на них. Дякую за розмову. Приходьте ще. Будемо обов'язково приділяти увагу розвитку наших громад. А спасибо. З вами був Віталій Хемій. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.